есть такая песенка. Мурзилки Интернешнл перепели ее. Ну и я тоже перепою, только уже на свой лад. А, кого-то пробивает по эксклюзиву, кому-то подавая один бомонд. А я вот сегодня поведаю миру о том, на чем любит ездить весь народ. К чему это я? Да к тому, что кто-то из наших магнитогорских автолюбителей, а песня посвящена именно им, в первом случае выбирает или гонится только за новой машиной. Последний кузы там, ну я в том числе чуть-чуть таким делом занимаюсь. А потом начинает задавать вопросы, а что с запчастями и вообще? Есть такие запчасти, типа крылышки, там, дверцы, а у нас народ бьется. А вот. Про других. Так вот, другие ездят в страны жаркие и далекие и тратят сумму примерно 10 тысяч долларов за 7 дней. Для того, чтобы, ну, показать вам, пожалуй, только два автомобиля, которые тут вы не увидите в городе. Все остальные, пожалуйста, и Q7 есть. Вот, и Range Rover это тоже есть. Но и глядя на тех, и на других, и сделав золотое сечение, скажем, для тех, кто любит эксклюзив, мы приготовили. У нас есть в загашнике один автомобиль фирмы Porsche того года, когда еще это не был продукт трех фирм. Ну, совместное оплодотворение, значит. Есть у нас и другие машины, и за ними приехали в Автоград. Так вот, это автомашины на каждый день. И в этом смысле Автоград решил побороться и с японскими автопромом, и составить весомую конкуренцию, как всегда он составлял, отечественному автопрому в ценовой категории. Так вот, сегодня это Hyundai Accent. А теперь, почему Автоград конкурирует и на равных с японцами? Потому что вот в этом Hyundai Accent с двигателем 1,5 литра с мощностью 102 лошадиные силы есть весь японский фарш. То бишь гидроусилитель руля, кондиционер, а и теперь самое приятное, коробка-автомат. И этот автомобиль стоит чуть-чуть больше, чем поддержанные японцы, и многим больше, чем новые отечественные машины. И тем не менее, Автоград, поскольку является официальным дилером Таганрогского автозавода, вполне может привозить машины за 385 тысяч рублей на полном электропакете и с аудиоподготовкой, и с магнитолой. А мы специально посмотрели, сколько долго занимает процесс установки. Вот, пожалуйста, в реал-тайме, то есть 5 сек и поехали. Это в смысле того, что вы можете поставить что-нибудь покруче и с выдвижным LCD-дисплеем, и есть такая возможность. Просто вытащили, новый вставили, и все. И поехали дальше, и уже, пожалуйста, у вас и навигация в том числе. Что касается автомобиля Hyundai. Ну, локализация производства именно сегодня и сейчас позволяет вам приобретать автомобили не задорого. То есть весь модельный ряд есть в наличии, который производился и производится на Таганрогском автозаводе, и все это есть в Автограде. Ну и корейский автопром с российскими корнями, это сегодня не только доступность, это еще и утилитарность. В том смысле, что, допустим, в Автограде есть все запчасти на эти автомобили, и поэтому Hyundai Accent очень-очень полюбился владельцам таксомоторных парков, ну и тем, кто занимается частным развозом, потому что, опять же, повторюсь, есть все в наличии, и по размер колес самый доступный, сервис, да, с этим у Автограда никогда особых проблем-то и не было. Вот, для вас и для тех, кто решил для себя приобрести машину, ну, которую можно спокойно эксплуатировать, не заботьтесь особо и не заморачиваясь суммой частого ремонта. Автоград приготовил еще и вот такой сюрприз. При покупке Hyundai Accent в топовой комплектации вам подарят комплект зимней резины. А помня о том, что переобуваться на лето необходимо никак не раньше первых чисел мая, такой подарок будет более чем актуален.